Господи Иисусе Христе, Боже наш, вселившийся в сердца Твоих апостолов благодатью Всесвятого Духа, сошедшего на них в виде огненных языков и открывшего им уста, и научившего их говорить на иных языках. Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспошли того Духа Твоего Святого на раба Твоего имя, и преподай ему разум, память и мудрость, как даровал многим просившим Тебя об этом, царю Соломону, пророку Даниилу, преподобному Сергию Радонежскому, святому праведному Иоанну Кронштадтскому, чудотворцу и многим святым Твоим. По их молитвами помоги и рабу Твоему имя преуспевать в познании Тебя и во всякой полезной науке, для блага и во славу святого